Всем привет, друзья! Аллилуйя! Уже совсем скоро выйдет обновление Hearthstone, патч 7.1. И сейчас я вам расскажу, что нас будет ждать. Со слов Blizzard, они продолжают искать пути усовершенствования ранкет-системы Hearthstone. И одну вещь, которую они хотели бы сделать немедленно, это добавить в ранкет специальные уровни, чтобы подъем по рангам ощущался игроками как достижение. Как только ты достигаешь определенного уровня, то ты не сможешь уже с него слететь. Теперь, как только игроки достигнут 15, 10 или 5 ранга, то они больше не смогут опуститься ниже этих рангов в течение этого сезона. Что-то похожее уже есть сейчас на 20 ранге и в легенде. Игроки там не могут опуститься ниже 20 ранга или вылететь с легенды. Например, как только игрок достигнет 15 ранга, то он уже не опустится до 16, вне зависимости от количества поражений. Blizzard надеются, это сподвигнет игроков на дополнительные эксперименты в создании колод, и случившиеся поражения не будут ощущаться игроками как наказание за то, что они использовали экспериментальную колоду и слились по рангу. Также в предстоящем патче 7.1 будут затронуты изменения баланса, а именно двух карт – мелкого буконьера и призрачных когтей. Мелкий буконьер теперь будет иметь одну единицу здоровья вместо двух. Комбинация мелкого буконьера и пирата глазастика появлялась слишком часто в мете. Использующие оружие классы очень часто брали эту комбинацию, особенно шаманы. Blizzard хотели бы видеть больше разнообразия меты в целом. Здоровье мелкого буконьера будет уменьшено до одного, чтобы облегчить другим классам его уничтожение. Призрачные когти теперь будут стоить 2 единицы маны вместо одной. Призрачные когти были слишком сильным оружием у шамана. За одну ману призрачные когти могли доминировать на столе в комбинации с магом крови Талносом или способностью героя-шамана с спелл-тотемом, что обеспечивало легкое уничтожение существ и отличную кривую маны. Увеличение стоимости призрачных когтей на одну ману исключит возможность использования этой карты эффективно по кривой мане. И эти изменения вступят в силу уже в конце февраля. Ну что ж, ждем-ждем. Это очень крутые изменения. Очень крутое и полезное нововведение в ранкет-системе. Давно нужно было понерфить мелкого буконьера. Давно нужно было понерфить призрачные когти. Это все круто. Надеюсь, теперь в ранкеде будет поменьше агроты и хоть появится какое-то разнообразие, а не только одни фейс-шаманы, фейс-вары, фейс-роги. Появится хоть какой-то контроль. Партии будут длиться не по 2-3 минуты, а хотя бы по 10 минут. И победитель в игре будет определяться уже не от захода карты, а именно от скилла, от уровня игры игрока. Ну что ж, осталось только дождаться этих изменений. И я думаю, вы тоже ждете их с нетерпением. Всем, кому понравилось видео, не забываем подписаться, поставить лайк. До встречи в таверне и на канале Rockin' Games. Всем пока.